Эй, подождите, мне по... Ух ты, какой страшный молодой человек, ты кто? Ты что это мне своим черным стволом тычешь? И я самый опасный шериф на районе. Стоп, мне надо забрать пистолет? Как меня, блин, убили? Он же далеко был. Я понял. Есть! Это моментальное убийство. Счастливый, довольный. Ох, как вас контузило, твор-то-то. И все, что ли? Привет, Джуза. А откуда ты берешь робуксы? Все очень просто, нубик. Я захожу на сайт Пристань Робуксов, нажимаю купить, ввожу сюда свои данные, количество робуксов, которые хочу, и нажимаю продолжить. Ну что, нубик, я смотрю, ты себе приобрел целую кучу робуксов. Да, спасибо, Джуза, я не знал про такой крутой сайт. На сайте Пристань Робуксов робуксы по самому вкусному курсу. Ссылка в закрепленном комментарии. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Джуза, и мы, как всегда, продолжаем играть в Murder Mystery 2. Новый день, новая игра, новые правила, да, 3%. Мы только начали с вами, только начали играть. Первая игра за сегодняшний день, и мы сегодня будем здесь. Чё мы будем здесь? Мы будем здесь радоваться, уничтожать, прятаться, выживать, все, что тебе позволяет эта игра. Ой, подождите, мне по... Ух ты, какой страшный молодой человек, ты кто? Ты что это мне своим черным стволом тычешь? Я что-то не понял, откуда ты такой взялся? Еще в углу там стоял, блин. Фух, кирпичи так наложить можно. Но он вроде бы шериф, да? Надеюсь, такие парни будут только нас защищать, а не убивать. Если бы он еще оказался убийцей, то это все, конец. Я бы схватил инфаркт и погиб. Пока вообще ничего не видно. Я вижу только один труп, и все. Больше ничего не вижу. Так, я слышу звуки выстрелов. Ой, выстрелов. Вот эта девочка, убийца. Вон она убивает, шериф. Ты должен покарать ее, накажи ее. Пожалуйста. О, да, этот мужик был, смотрите, он еще, как это, дабы это, он шериф. И у него большой черный пистолет. Удивительно просто, вот. Только зашел в игру, и здесь такие удивительные вещи. Предатор. Ля какой. Где этот предатор? Ну, когда я тебя в первый раз увидел, я вообще обкакался, если честно. Смотри, это просто бруталити. Ух, какой. Я самый опасный шериф на районе. Я покараю любого убийцу. Да, на такого лучше бы не нарываться. Че, выбираете военную базу? Ну, пойдем, смотри, здесь целая кучка ребят, и они хотят пойти на военную базу выживать там. Что из этого получится, мы не знаем, ребята, мы не знаем. 6%, а вот это молодой черный человек. Или уж не молодой, сколько ему, лет 45, наверное, 44, как думаешь? Он уже достаточно взрослый выглядит по сравнению с нубиками. Посмотри на меня, сколько мне лет, мне вообще 4, по-моему. Я только родился. Недавно, ну 4 года. Вот ты по мне стреляешь, что ли? Я не убийца, ты что? Не стреляй в меня. Не стреляй. Жесть, какой-то опасный, блин, шериф. Сразу сходу в меня шмаляет. От таких подальше нужно держаться. Ну и убийца себя пока не выдает. Но зато мы знаем, кто шериф. Шериф вообще опасный. Так, ну смотрите, все на улице, да? Почти что все, но по-любому. В кого он? Он в этого? Он в мужика стреляет с черепком. А вон убийца бежит, наверное. Вон. Да, это он. Да, стрелялся, да, шериф, маньяк. Так, ну, а теперь этот шериф, мне помоги, пожалуйста. Давай. Мда. Мда. Это очень... Маньяк. Он просто на нож упал, лол. Да, споткнулся, видимо, с крыши и на нож нарвался. А этот шериф-маньяк, который... Зря он вообще так делал. Очень зря. Давай, вот этот крылатый ангел смерти. Ангел смерти, ты убил не того. Зачем? Просто взял и в меня шмальнул. Ля, какой шериф. Здесь столько трупов. Да, бывает же в жизни огорчение. Шансы все растут, но мы до сих пор не убийцы и не шериф. Третья игра, но пока что еще рано, да? Третий раз всего лишь играю. Было бы удивительно как раз таки то, что если бы мне дали убийцу на третьем раунде. Так, ребята, здесь я, пожалуй, от вас отойду.
Отойду сюда, наверное, да, я здесь? Смогу спрятаться где-нибудь здесь? Нет? А тут? Тоже нет, блин, надо потайные комнаты здесь найти. Так, блин, страшно. А здесь за стеклом не видно, кстати. Здесь не видно. А с этой стороны видно, интересно? Да, с этой стороны видно, а здесь не видно. А, это комната для допросов. Я понял. Лучше там не прятаться, потому что снаружи тебя видят. Так, ребят, вы все страшные очень. Отойдите, пожалуйста, а то вы меня прирежете ненароком. Так, блин, я застрял в турникете. Отстаньте, я ухожу. Я ухожу. Кто? Кто убийца, блин? Ну покажись. Ну не стремайся, покажись. Мне кажется, это вот этот желтый парень. Желтый парень стал убийцей и преследует меня. Не преследуйте меня. Вы что делаете, молодые люди? Отстаньте. Оп, я понял, кто убийца. Я понял. Вот этот рогатый серый стреляет. Что произошло? Теперь надо забрать пистолет. Он убил шерифа, блин. Так на изичих. Он просто взял и убил шерифа. Давайте обходим. Ну ладно, я буду обходить. И сейвить отсюда, пытаться забирать ножик сюда, подойдем. О, он забрал. Забрал, молодец, давай, стреляй в него. Стреляй, шмаляй. Так, куда они убежали? Эй, ребят, ой. Ой-ой-ой, а это был его друган, что ли? Куда шериф делся, алло? Я думал, ты его прикончишь, оказывается, все было не совсем так, как я задумывал. Вон они стоят. Шериф. Ну, шерифчик, ну, на маленький шерифчик, ну, давай прикончим мне. О, вот, он начал по нему стрелять. А он бежит в мою сторону, поэтому мне надо текать. Убегаю. Так, шериф, лучше бы ты отдал пистолет. А нет, ты его прикончил. Молодец, красава. Хоть ты и нубик, но ты его смог победить. Эх, 9% всего лишь. И убийцу мне не дали, а за мной уже бежит какой-то подозрительный тип. Так ты только что, по-моему, был убийцей, нет? Нет, в тот раз был вон тот рогатый. А здесь вполне вероятно, что они могут быть убийцами. Да, кто-то из вас, по-любому, кто? А, вот эта девочка. Вот эта девочка убийца. А где же шериф? Подожди, только в меня нож не кинь, пожалуйста. Не кинь. Оно замахивается, смотри, замахивается, поэтому надо... Подальше. О, шериф появился. Вот этот черный парень. Брутальный парень. Он ее сейчас прикончит по-любому. Давай. Ты же не... Он промахнулся. Да ты что, шутишь, что ли? Во, молодец. А смотрите, он уже второй раз подряд шериф. Он с черепком бегает. Ля, какой брутал. Брутальный шериф. Я таких брутальных шерифов вообще никогда не видел. Качков таких брутальных видел, а шерифов нет никогда. На мне кто-то ездит. Ты как? Смотри, он приклеился, а все отклеилось. Так, ладно, трейд мы отключаем, потому что меня тут хотят обмануть. Ах, вы обманщики, хотите обмануть и забрать мои ножи. Не позволю, я ножи только разыгрываю для своих любимых подписчиков, а не для всяких тут разных людей. Блин, шансы растут, уже 10%. Но мы с вами до сих пор... Только лишь чиляем здесь и никого не убиваем. Только остается нам здесь выживать. Опа, где ты здесь появился? Убийца, где же? Кто из вас? Ага, вот этот молодой человек в кепке. С зеленым ножом. А шериф? Вот, шериф опять нубик. Ну, он в тот раз был героем, а сейчас он на 100%... Он убил своего, блин. Стоп, мне надо забрать пистолет? Да как меня, блин, убили? Он же далеко был. У него, наверное, перк на быстрое метание ножей. Потому что, ну, блин, издалека он меня убил. Ну ладно, зато я смог ему отомстить. А почему он меня убил, а его нет? Ничего себе у него, смотрите, еще какой пистолет. Оверсир. Лё, я такой пистолет даже не видел никогда. Где у него? Где у него пистолет? Вон какой. Прям с глушителем как будто бы. Прикольно. У меня вообще чмошный пистолет, блин. Нужно срочно приобрести крутой пистолет. А-а-а, шансы уже все не растут. Видимо, это мой предел, да, на сегодня? Как был 10%, так и стоит 10%. Я думал, будет увеличиваться, типа, шанс все больше и больше. Шанс того, я стану убийцей, все больше. Но на самом деле все остановилось. Прирост остановился. Все, что остается, это сейчас выискивать. Так, нубик, ты какой-то страшный, ты убийца, что ли, а? Смотри, он еще идет такой блатной, прям такой подходит. Типа, я сейчас вас всех завалю. Я вас всех порешаю.
Ну ты давай там, не решай меня только, да, я постою, посмотрю, поглазею, и чё? Нет, это не убийца, убийца, вот он. Он опять убийца, второй раз подряд, ну чё ему так везёт? Почему ему так везёт? Ты идёшь сюда, что ли? Ты идёшь за мной? Не-не-не-не-не-не-не-не, я ухожу, я здесь прячусь. Ребята, отстреливайтесь, опа, его отстрелили. Здорово, быстро же. А кто был шериф? Кто шериф? Ты был шериф? Молодец, если ты шериф. Да, это он был шерифом, классно. Быстро избавились от него. Ух, какой, смотри, красный молодой. Ты что такой красный, злился целый день, что ли? Или, это, наверное, тот Скитлс, который переоделся. Он просто надел на себя рюкзак. Что вы меня запрыгать, затоптать хотите, что ли? Чего это вы ко мне пристали? Это, наверное, Скитлс в рубашке, я понял, я тебя узнал. Ты не скроешься за широкими штанами. Это уже поинтереснее пошло, Но все равно я не убийца, я только какой-то шериф. И меня сейчас, я чувствую, в самом начале меня прикончат, да? Сейчас меня прикончат. Так ты не убийца, ты не можешь быть три раза подряд убийцей, это точно. Я понял. Есть! Это моментальное убийство. Игра только началась, а я тебя вычислил и убил. А вот нечего своим ножом размахивать. Нечего махать своим ножом. Это, наверное, одна из самых быстрых игр вообще, которые были. Не повезло тебе, чувак, не повезло. А мне повезет, интересно? Я хочу быть убийцей, Дайте мне кинжальчик в руки, и я покажу, на что я способен. Ну блин, ну чё, ну почему не дали? Дали только мирного, N-Studio даже. На N-Studio должны были мне дать убийцу, понимаешь? Ну чё ты не понимаешь? О, я лучше, наверное, сюда залезу, как бы. Здесь постою. Я должен здесь постоять. Вот так, стоим, всё. Стоим. Всё, встали, стоим. Стоим и ждём. И стоим. И чё, никого не видать. А я могу сюда? Вы чё, ко мне лезете, что ли? Сейчас кидал, ко мне ли? Ах ты какой, не убей меня, блин, своим пистолетом. Я знаю, ты можешь промахнуться и выстрелить в меня. Не надо так делать, не надо. Я лучше буду двигаться. А то я там буду стоять, он меня пристрелят. И всё, я буду счастливый, довольный. Ох, как вас контузило. И всё, что ли? Я думал, вас стошнит. Вы как-то слишком сильно там крутились. Ну чё, убийца себя покажет? Нет, не покажет, наверное. Или покажет? Чё, вот этот нубик, наверное, убийцей стал уже, да? Ты же убийца. Ну, если тот шериф, то ты убийца. По-любому. Так. Нет, это не он. Кто это? Кто? Вот эта девочка. Да блин, она тоже второй раз подряд убийца. Ну-ка, шериф, покажи ей, покажи, кто здесь хозяин. Давай, стреляй в неё. Уничтожь, чтоб в меня не попади, пожалуйста. Во, прям прямое попадание, уничтожение убийцы произошло мгновенно. Молодцы, ребята, всех поздравляю. Всем жму руки. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня убили. А вы не умирайте, не болейте, не скучайте. Пока-пока.